Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні, 26 листопада, відбулася закладка двох суден, які будуватиме товариство з обмеженою відповідальністю суднобудівний завод «Океан» на замовлення голландської судноплавної компанії «Євробалк» для французької «Туакс». Завод не будував судна з 2012 року. Сюжет про подію сьогоднішню на заводі готується до ефіру. За кілька хвилин ми його вам запропонуємо. А зараз я радий представити вам нашого гостя, з яким ми поговоримо про перспективи суднобудування в Україні і Миколаєві, зокрема. Валерій Некрасов, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та проєктування суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Я вас вітаю. Телефон студії незмінний, 76-92-33, якщо маєте запитання, побажання, будь ласка. Пане Валерію, по-перше, як би ви охарактеризували сьогоднішній стан миколаївських суднобудівних підприємств? Загальний стан. В общем, сьогоднішній стан миколаївських судостроїтельних підприємств залежить від основних тенденцій розвитку нашого государства. Особенно от формирования банковской системы, финансовой системы, накопления средств финансовой системы и затем, соответственно, распределение этих средств по кредитным ставкам. Я поясню это на простом примере. Вот когда мы образовались как новое государство, казна была пуста и кредитные ставки достигали 300% годовых. Под эти 300% могли развиваться только табачно-водочная промышленность. Вот. Потом, по мере накопления капитала в банках, кредитные ставки понизились, и начала развиваться промышленность переработки сельскохозяйственного сырья, это где-то там под 30% кредитов. Дальше намечалось, соответственно, развитие промышленности, легкой промышленности, которая, соответственно, начинает развиваться при понижении этих кредитных ставок. Потом за легкой промышленностью идет, соответственно, тяжелое машиностроение, а потом уже и судостроение. Судостроение, как показывает мировой опыт, начинает интенсивно развиваться, когда кредитные ставки достигают примерно 8-10%. Дальше. Но эти кредитные ставки, они как не предназначаются судостроительным предприятиям, они предназначают тем предприятиям, которые заказывают судостроению, соответственно, свои изделия. Но потом, суть проблемы дальше заключается в том, что под кредитные ставки эти предприятия, которые взяли в кредит эти деньги, они должны окупить свою продукцию. Ну и примерно период окупания, там окупаемости представляет где-то от 5, вернее, до 8 лет. Это еще со времен Советского Союза. Следовательно, тут получается примерно такая история. Ну, вы знаете, в настоящее время кредитные ставки – это порядка 20%. Под эти кредитные ставки, ну, можно развивать даже промышленность переработки сельскохозяйственного сырья, но при одном естественном условии. О том условии того, что предприятия, которые начнут перерабатывать эту продукцию, они эффективно его продадут на своем рынке, то есть получат соответствующую прибыль. Но вы же знаете, что сейчас рынок, вернее, государство открыло сообщение, каналы сообщения с Европой, и наш рынок продовольственным товаром постепенно начинает заполняться продукцией западных государств. То есть, давайте ближе до суднобудования. Да, вот и еще и получается так. И если это будет продолжаться, то у нас становится тяжело с развитием даже промышленности, переработки сельскохозяйственного сырья.
Я уже не говорю о том, что за ним следует, должна развиваться легкая промышленность. Я зрозумів весь цей легкое машиностроение. Я хочу уточнити. Да. Чи можна сказати, що на початку 2000-х років, 2001-2002, коли діяли спеціальні економічні зони, Миколаїв, спеціальна економічна зона в тому числі, і коли були певні преференції, що тоді основним важелем, таким основним значенням була саме ця кредитна ставка? Чи є інші можливості? Давайте скажемо так. Да, тогда ходили все время, речь шла о том, что судостроение должно получить государственные заказы и так далее и тому подобное. Но, ну, більше про підтримку. Да, тобто якісь преференції і пільги. Да, то есть была поддержка, должна была реализоваться поддержка государства, но у государства было мало денег. И, естественно, это... То есть я вам говорил, что основной источник – это развитие и накопление в банковской системе. Денег этих не оказалось, поддержки, естественно, тоже не было. Но теперь все говорят о том, что надо кредитовать не судостроительные предприятия, а судоходные компании. Но у нас получается так, что и для судоходных компаний, соответственно, кредитные ставки такие, что они не могут выдержать, соответственно, даже элементарных заказов или распределить элементарные заказы наших судостроительных предприятий. Валерій, зараз глобальний аналіз продовжимо. Мені повідомили, що сюжет готовий до ефіру. Сьогодні ми з Сергієм Куропятником були свідками закладки двох нових суден на заводі «Океан». Будь ласка. Ось так виглядатиме кожне з двох закладених сьогодні суден. За графіком будівництва вони мають бути готові у березні 2020 року. Майже все суднове обладнання встановлять у Миколаєві. Частину електрообладнання домонтують в Голландії. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»» Віктор Трубач розповів про технічні дані двох суден, що закладені сьогодні. Баржа длиною 78 метрів, шириною 11,5 метрів та 3,5 метрів – це висота борту, надводного борту. Це не самоходна баржа, це буде баржа, що толкається з поміжним буксиром, таким чином працює в річці. Керівник «Океану» говорить, замовника шукали півроку. Генеральний директор судноплавної компанії «Туакс», що є кінцевим замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції, та сказав, чому судна будуватимуть саме на цьому миколаївському заводі. Завод «Океан» дуже цікавий для компанії «Туакс». Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Також дуже важливим є графік і термін будівництва самих барж. І я вірю, якщо баржі будуть побудовані вчасно, це буде лише початок співпраці між компаніями «Туакс» та «Євробалк» і заводом «Океан». Церемонія закладки суден полягає у символічній фіксації на секціях майбутніх барж дощечок з номером проєкту та зображенням судна. В цій церемонії взяли участь замовник Дід'є Бекон та акціонер заводу «Океан» Василь Капацина. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»» Віктор Трубач говорить, 7 років на підприємстві не будувалися судна. Востаннє на воду спустили судно, збудоване в 2012 році, після чого у 2013 році завод був визнаний банкрутом. В грудні 2018-го на аукціоні підприємство придбала миколаївська компанія. В церемонії взяла участь ліквідаторка збанкрутілого ПАТ МСЗ «Океан» Ірина Сербін, яка після продажу підприємства з аукціону в грудні минулого року опікується виплатою заборгованості з зарплати працівникам заводу. Сума боргів складала понад 90 мільйонів гривень. Суди отримали заборгованість по заробітній платі, нотаріус видає тим, що спадкоємцям і всім іншим. Єдине, що ми чекаємо, це 14 жінок, які змінили прізвище. Як тільки справа повернеться до господарського суду Миколаївської області, я маю надію, що ми обов'язково їм ці гроші ще до нового року виплатимо. Дуже чекаю на це судове засідання. Під час урочистої церемонії акціонер заводу Василь Капацина розповів про ще один контракт, який виконуватиме завод. Минулу п'ятницю ми підписали дуже важливий для нас контракт. Проект 17620 – це наші буги. Зараз він проходить коректування. Абсолютно важлива задача зараз цей проект віднести до сучасних конвенційних норм і правил, вимог.
І я сподіваюся, що ці два закази, 130 і 131, ми, океанівці, повністю збудуємо під ключ і відновимо повнокомплектне судування на нашому заводі. Тема дня в прямому ефірі. Валерій, ви пам'ятаєте океан? Ну, ви стежили, наскільки я розумію, за, як ви щойно мені розповіли, стежили за періодами його історії і навіть певною мірою розкажіть, що відбувалось перед приватизацією. Я дуже хорошо знаю завод «Океан». Староста моєї групи був там заместителем директора. А потом мой коллега из Дельского университета, это Голландия, приехал в наш университет и попросил меня показать ему этот завод. Вместе с ним мы пробыли на этом заводе 3 дня. Он осмотрел его, как говорят, снизу доверху, весь. Потом он не скрывал, что он является консультантом корпорации, и после его уезда голландцы через некоторое время купили этот завод. Потом он был признан не очень рентабельным для голландцев, его перепродавали. Потом последнее, чем, вернее, ну так, значимое количество времени, соответственно, находился в управлении норвежцев. Но те тоже ушли. Причина была очень простая, потому что завод окружила сеть предприятий, которые, мягко говоря, играли роль посредников и достаточно большие денежные потоки отвлекали на себя. Значит, они признали нерентабельным такое ведение хозяйства и просто ушли. Вот. И, это... Вот история говорит о том, что в путях развития судостроительного производства в Украине есть несколько составляющих. Первое – это развитие банковской системы, которая вот в настоящее время, появились такие положительные ожидания, что она деньги вернут в страну. Страна начнет, то есть банковская система начнет развиваться и начнут, соответственно, кредитоваться от потребителей судостроительной промышленности. Вот это раз. Вторая составляющая, которая, кстати, погубила завод, вернее, являлась причиной того, что норвежцы ушли с этого завода, это коррупция. Это вот посредническая коррупция, которая там развивалась. Державно чи предприятие? Нет, это там смесь была. Такой мощный конгломерат коррупционной составляющей, которая, вынудил норвежцев признать производство. Я просто хочу уточнить конгломерат, тобто коррупция и на предприятии, и у влади? И на предприемстве, и владе, да. Это однозначно. Потому что эта коррупция, она порождается не несовершенством законодательства. Коррупция во владе порождается несовершенством законодательства. И вот это третья компонента, несовершенство законодательства, и соответственно, неэффективные решения системы управления. Вообще. В цьому контексті тому в настоящее время есть перспективы, бачите? Да, есть очень большие ожидания с приходом новых лиц в управление государством о том, что мы все-таки это три компоненты, те, которые я говорил, которые обеспечивают развитие, соответственно, судостроения, они имеют так называемый положительный градиент. То есть положительное развитие банковской системы, положительное исчезновение, вернее, коррупционной составляющей или подавление ее, наконец, совершенство законодательства. Потому что иностранный инвестор, который заходит, соответственно, в Украину, естественно, ему первое, что мешает, это две составляющие, вот последние, это несовершенство законодательства и коррупционная составляющая.
Значит, главное, вернее, ну, так как обычно это происходит в природе, то есть положительного градиента, который бы обеспечил, ну, то есть вода, грубо говоря, не течет по ступенькам вверх. То есть и вода в настоящем, я имею в виду, ну, это прибыль, которую получает, соответственно, предприятие от своей хозяйственной деятельности. Если ее нет, значит, никаких разговоров о том, чтобы этим делом заниматься, ни у кого нет. Те, що ви говорите, є перспектива, це надія, чи ви бачите якісь кроки, законопроекти? Ну, то, що в настоящее время происходит в Верховной Раде, оно не очень вдохновляет. Ну, ви щойно сказали, що прийшли нові обличчя і з'явилась надія. Прийшли нові люди, но там была ликвидирована главная составляющая успеха деятельности Верховного Совета. Там мало профессионалов. Там очень мало профессионалов и очень, соответственно, слабые профессиональные решения. Но я думаю, что уже сейчас и президент явно имеет намерение о том, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. И общественность все время подсказывает ему о том, что это надо делать. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос все-таки сдвинется с мертвой точки. И я хотел бы сказать, что вот смотрите, что у нас в настоящее время есть. Великолепный завод, этот завод «Океан», это вообще в то время, когда я туда водил этого голландца, это было одно из самых совершенных предприятий. Дальше. Наш университет, который непрерывно готовит кадры для судостроительных предприятий. В частности, вот в настоящее время наша кафедра выпускает группу магистров по специализации корабли и кинотехника, 19 магистров. То есть и основная часть их уже работает, она занята на наших судостроительных предприятиях внутри нашего города. Угу. Вот. Более того, значит, в настоящее время вот мы и в прошлом году выпустили одну англоязычную группу китайских магистров. Но Китай остается Китаем, мы в основном заботимся о развитии наших, соответственно, нашей системы образования. В связи с этим в последнее время ведутся интенсивно университетом переговоры с так называемым консорциумом европейских кораблестроительных вузов о вхождении нашего университета в этот консорциум. То есть это кораблестроительные институты Польши, Португалии и Италии. И в этих университетах по программе «Erasmus» мы собираемся вместе готовить кадры, то есть производить обмен студентов. Уже определили, в каком направлении будут совершенствовать их образование поляки, в каком направлении будут их совершенствовать португальцы и в каком направлении будем совершенствовать мы. То есть у нас есть очень хорошие перспективы привлечь наших же граждан к обучению в нашем институте и обеспечить им достаточно приличное существование после обучения. Ви згадали про магістрів, котрі вже працюють на миколаївських підприємствах. А чи є у вас статистика, скільки студентів, випускників, магістрів залишаються хоча б на кілька років саме в Миколаєві, в Україні, а яка частина їдуть за кордон? Ну, это очень сейчас больной вопрос, очень большой больной вопрос. Это также свечить про станцию судовую. Очень больной вопрос относительно того, кто. Но основная масса наших выпускников даже предыдущих лет работает во всех странах, какие это. Мы с ними просто общаемся, начиная там от Японии и кончая той же самой Португалией и Соединенными Штатами. Во всех этих странах есть наши выпускники.
Но не в этом дело. Дело в том, что у нас есть потенциал. Судостроительные наши заводы, есть потенциал кораблестроительный университет. Остается только то, о чем я говорил. То есть развить финансовую систему, ликвидировать коррупцию и усовершенствовать законодательство. Вот это все является залогом того, что мы действительно будем в оставшееся время иметь... Ви можете, навести положительні результати. Ви, напевно, можете навести приклад країни, яка за той час, поки у нас був занепад в суднобудуванні, навпаки, підвищила його рівень. І за рахунок чого? Смотрите, за останні 15-20 да, років. Вот за, я навіть немного опущусь ниже, ніж 15-20 років. Це Китай. Ну, это Китай и система привлечения инвестиций Китая. Она была в среднем примерно такая. Значит, Китай предлагал иностранным инвесторам организовать производство своей, их продукции на территории Китая. При этом ставилось условие для инвестора. Вы финансируете, соответственно, запуск этого производства. Вы даете оборудование этому производству, вы даете технологии, вы обучаете персонал, и вы его эксплуатируете примерно лет 10. Причем с нормой прибыли, которая значительно больше той нормы прибыли, которая может быть вы заработаете в других странах. Ну, и примерно в 2-3 раза. Ну, естественно... за рахунок державного бюджету, тобто додаткові вливання фінансові? Нет, никаких додаткових фінансів. Звідки цей прибуток подвійний? Капітал, йде извне, это інвестується капітал в страну. Затем это предприятие работает интенсивно, но они ставят условия. Через 8-10 лет вы уходите. Вы оставляете нам это предприятие со всем, с оборудованием, с технологиями и с нашим персоналом. За рахунок чего подвійний прибуток? Тому что не по 8, а по 16 годин працювали? Нет. Ну, за счет относительно дешевизны рабочей силы. Ось. Кстати, вот в нашем университете разработана специальная методика оценки стоимости строительства и срока постройки судов. Мы можем вот в настоящее время буквально определить, сколько стоит любое судно, какое хотите, при строительстве в какой стране, на каком, соответственно, заводе и так далее и тому подобное. И вот выясняется, что обладая такой методикой, мы оцениваем шансы наших судостроительных предприятий. И там получается примерно так, что если, вот, допустим, ставки по оплате, это там где-то 5-7 долларов в час, ну, это, допустим, на наших заводах такое организовать. И если где-то там 10-15 долларов в час, это организация судостроительного производства, допустим, той же Польши, то, естественно, там разительные итоговые результаты по цене конечного продукта. То есть в Украине при существующих, соответственно, уровнях заработной платы людей выгодно строить. Необычайно выгодно строить корабли. Необычайно выгодно развивать судостроительное, соответственно, это производство. Дешево, но нужно... чтобы урегулировать те вопросы, которые я вначале говорил. За одну хвилину, будь ласка, що б ви порадили, якби перед вами сидів той, хто може ці питання вирішити на державному рівні, що б ви порадили зробити для того, щоб суднобудування ожило? Чтобы будування... За хвилину. Первую очередь покончить с коррупцией, а вторую накопить денег в банковской системе. И в третью очередь отрегулировать законодательство так, чтобы оно аж звенело. Ну, было вот такое. То есть, смотрите, то есть
если человек инвестирует деньги, или кто-то инвестирует деньги, то он должен иметь ответственность, которая определяется в первую очередь. Он должен проявлять соответствующую ответственность перед нашими гражданами. В первую очередь, соответственно, исходя из существующего законодательства, во-вторых, то, что эти деньги не будут растекаться, соответственно, и естественно, что он получит необходимую прибыль. Дякую. Дякую вам за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.